Новый телевизионный сезон на нашем канале начинается с монументальной работы заслуженного журналиста Карачаево-Черкесии Светланы Шендрик-Переславцевой. Она создала документальный фильм об Андрее Смольникове, который после многолетней успешной службы в армии стал успешным не просто фотографом, а фотохудожником. Сейчас презентация фильма, и Руслан Каркмазов расскажет о том, как фотографии пробуждают самые нежные чувства. Фотографии на память для отчизны дорогой. Герой фильма умеет ловить такой глубокий взгляд ветерана Великой Отечественной войны, что через глаза стариков становишься свидетелем их героической жизни. Он учит нас трепетному, уважительному отношению к людям, которые в самые сложные периоды истории российской не жалели себя, мужественно и стойко защищали нашу Родину. Андрей Смольников всю свою молодость посвятил российской армии, а сейчас у него началась вторая жизнь. И вместо автомата Калашникова – фотоаппарат, который умеет ловить чувства. Во время съемок ветеранов, когда вот я уже стал их снимать, когда я ушел туда с головой, да, мне стало это очень интересно, я туда полностью погрузился, и мне захотелось найти хотя бы, кто остались вместе живы, муж с женой. Про семью Сутыгиных, как они любят друг друга. Вот Вера Ивановна, она ослепла, уже лет 20 не видит. Они в доме живут с детьми, у них комната через стенку. Вот. И когда они просыпаются по утрам, у них такая перекличка идет. То есть он ее спрашивает, ты там живая? Она говорит, живая. Он говорит, смотри, говорит, ты ж первый не уходи, я первый должен, говорит. Документальный фильм получился очень нежным. Эти фотографии без слов передают эмоции из сердца. А Светлана Шендрик-Переславцева к фотографиям смогла подобрать такие слова, что каждый ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах. И семья Токаревых, и я к ним когда приехал, я тоже не знал, что у него жена, например, жива, да? Я ехал снимать ветерана, а приезжаешь, оказывается, и жена жива, вот, то есть семейная пара. Но она 95 лет, и она уже практически не ходит, да, она тяжело болеет. И у них тоже в комнате кровати рядом. Я поставил стульчик там в комнате, он сел рядом. А дальше это то, что он взял ее за руку, на нее смотрит. Тут уже никакой режиссуры нету, это все было вот как оно было, все было по-настоящему. Фотографии на память для отчизны дорогой. Документальный фильм Светланы Шендрик-Переславцевой о фотохудожнике Андрее Смольникове смотрите завтра утром в 9:15 в эфире телеканала «Россия-1». Для тех, кто в это время будет на работе, не печальтесь, потому что сразу после эфира мы выложим все это в YouTube, и можно будет посмотреть в любое удобное время. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия».